Конан. Конан Варвар Воскрешение. Смотрите. Стоит Конан на куче черепов. В последнее время с рыжей Соней, конечно, что-то случилось не то. Она какая-то стала немножко... Немножко не такая. Ну да ладно. Конан Варвар. Тайна гибельной реки. Что еще? Куча Конанов. Смотрите. Куча Конанов. Конан Варвар. Проклятие золотого черепа. Фейталити. Конан Варвар. Меч против магии. Во всей своей красе. Так. Меч против магии. Там люди валяются еще. Вот эти с боков тоже круто нарисован Конан. Смотрим, что дальше. Король Конан. Смотрите. Фантастический первый выпуск. Поединок с Тотамоном. Конан бьется с Тотамоном. Вот здесь еще круче нарисован. Здесь вообще под реализм. Смотрите, Конан. Круто, блин. Конан, варвар. Демон Балсагота. Бьется с демоном Балсагота. Вот он. Угу. Тут другой нарисован Конан. Сколько много Конанов. Охренеть. Еще один Конан Варвар. Башня слона. И вот еще одна женщина здесь нарисована. И Конан здесь вот так вот выглядит. Марвел. Это уже марвеловский комикс. Так, ну собственно, вот и начинается комикс. Помните, как-то я вам показывал один комикс, где Конан... бился с Росомахой, и его отправили в будущее. Смотрите, Конан Варвар и лазерный меч. Чушь, это значит, в этот раз Конан снова отправится в будущее. Вот вы уже видите сзади фон. Какие-то дома, какие-то летающие машины. Это киберпанк вселенная. Куда попал Конан? Конан 2099 называется. Если что. Если вы не видите, как он называется. Так вот. Это другое ответвление вселенной. Теперь Конан попал в будущее немножко другим способом. Он дожил до будущего. Он не перелетел через какие-то штуковины. Что нам пишут? Давайте посмотрим. Эра героев окончилась после ужасной катастрофы. Мегакорпорации основали частную полицию «Глаз общества». И с ее помощью диктуют людям свои законы. Вот такой сюжет Конан 2099. В общем, и нам рассказывают о том, как, что происходило. Давайте начнем с того, что нам показывают Конана, его царствие. Постоянно в его царстве кто-то хотел его убить и согнать со трона и сесть сам. Но Конан, как вы знаете, Конан есть Конан. Он зарубит любого, кто захочет ему помешать. И вот ползет тень по домам, разбивает одно окно и залезает в коридор и слушает, как из-за угла кричат: «Смерть королю Конану!» Кто, вы думаете, это лезет? Это не Человек-паук и это не Спайдермен, это тот самый Конан. «Слава королю Краллаку!» кричат все, а в это время Конан залезает сверху и видит, как они кричат, как они хотят своего короля, и решается спрыгнуть с топором. Вот он прыгает вот на этих вот людей, мутантов, в каких-то космонавтских костюмах. Разбивает одному скафандр топором. Кстати, удобно скафандр топором разбивать, я могу вам сказать, да, заметьте. И вторым щелчком топора просто вонзается в череп. Разбивает, вонзается. Разбивает, вонзает. Вот такой вот. Тут на Конана кто-то замахивается с лазерным мечом, тем самым, который был вот здесь. И что делает Конан? Он спокойно топором добивает этого врага. Вперед, кто смелый! А вот и сам Конан выходит из тени. Теперь он уже такой более-менее в возрасте, с бородой. Началось будущее, он уже такой старенький немножко. Берет лазерный меч. И все остальные начинают просто убегать. Но Конан их настигает и разрубает пополам и валит на пол всех. Ну что, ребята, Конан в будущем, он дожил. Он дожил. И теперь нам рассказывают чуть годами ранее, говорят.
И нам рассказывают, как Конан дожил до этих дней. Он же ведь человек, он ведь тоже может просто умереть от старости и от болезней. Тем более во времена Конана таблеток еще таких крутых не придумали. Все жрали травки, грибки и всякую ахинею, короче, делали. Представляли это магией, но Конан не верит в магию. Он не любит магию и не верит в нее. Так вот, сидит Конан на троне, к нему приносят волхвы всякие воздаяния. И тут приходит одна ведьма для того, чтобы отравить Конана. Ну, как бы она хотела с ним подружиться, чтобы отравить другого короля. Но Конан отвергает ее подарок, говорит: «Ты ведьма, иди в жопу, я ненавижу магию, мне прочь из моих владений, Моргана Ле Фей». Выгоняет ведьмочку. Та говорит: «Что ж, раз не хочешь по-хорошему», и выпускает из шкатулки души и умертвия. «Демоны!» — кричит Конан. Достает свой меч, но говорит: «Ты не первая ведьма, что отведает моего клинка». Он же ни одного колдуна замочил. Как говорилось в Конане в фильме, помните, нам рассказывали о том, что замочить колдуна — это большой такой, большой печаль и грех. И это может привести к непонятным последствиям. Так вот, он забивает эту ведьму. Демоны, естественно, пропадают. Но умирая, ведьма говорит: «Отныне тебе суждено жить до тех пор, пока солнце не сожжет последний клочок земли под твоими стопами. А до того дня я буду терзать твое сознание». И она умирает. Конан, конечно, ржет над этим. Он говорит: «Ха-ха-ха, твои жалкие проклятия, чушь. А теперь сгинь ко всем чертям, карга». Да, Конан не очень любит магию и колдунов. Так вот, пророчества ведьмы сбываются. Во-первых, в его владениях начинается засуха. Сильная засуха. Вот были поля, вот крестьяне работали, Конан был у них королем. Но через недолго вот все, что осталось, песком засыпало все. Вместо горы стала пустынная дюна, деревья высохли. И все становилось все хуже и хуже. А ведьма приходила к Конану и разговаривала с ним. И все время говорила ему, что ты все равно ты сдохнешь, ты потеряешь все свои владения, все твои люди умрут с голоду от засушливости. И все время проклинала его и ходила за ним по пятам. Убить он ее уже не мог, потому что он ее уже убил. Так вот, Конан по итогу дожил до времен, когда наступило жесткое будущее. Наше время 2099. Молнии. Как в «Терминаторе» прилетает Конан. Смотри-ка, вон твои, вот твои, двое твоих юных подаванов. Приятно выйти в люди. Ведьма ходит за ним, что-то бормочет. Испей, ваше величество. У него в подчинении какие-то два маленьких пацана. В этой кибервселенной, в которой оказался Конан в будущем, у него там вообще осталось совсем мало людей в его подчинении. Да и мир совсем изменился. Он стал, город разросся, стало много механизмов. В итоге Конан решил: больше не хочу править, расхреначу свой трон и нахрен выкину корону. Я больше не хочу быть королем, потому что из-за этой долбанной ведьмы, из-за этого проклятия люди страдают. Он бросает трон и оставляет своих крестьян. Вот как это получилось у него тогда. Позже засуха на планете все больше терзает людей и планету тоже. Воды совсем не остается, кругом остается выжженная пустыня. Все это нам рассказывают. Но вдруг
откуда ни возьмись. Конан замечает, что на землю, кстати, я не показал кадр, на землю падает метеорит. Что это за метеорит, подумал Конан. Что это такое? А это, оказывается, был не метеорит, а это упал какой-то солдат в костюме, в чудо-костюме космонавта с защитным шлемом, из которого доносятся какие-то функционалы. И что-то ему говорят, нужно починить шлем, нужно сделать то-то. Упал на землю такой вот космонавт. Для Конана он стал такой неожиданностью, говорит, что за хрень, что за космонавт. Тут же прибежали волки сожрать этого космонавта, но он их с легкостью отрубил им бошки. И этот космонавт, умирающий, снял шлем, чтобы отдать, передать его Конану. Конан забрал его. Шлем теперь у Конана. Шлем не простой, могу сказать. А шлем какого-то солдата, какого-то важного отряда. В киберпанк-вселенной в будущем, в 2099 году, эти солдаты воевали. Но, видимо, у них произошло так, что они все погибли. И вот эти шлем вот этот вот остался единственной такой вот надеждой Конана на то, чтобы сделать что-то еще хорошее. Он ведь раньше не носил таких шлемов с такими функционалом. Шлем говорит ему, что нужно вернуться на базу и починить его, чтобы продолжить путь воина вот этого вот солдата. Конан надевает шлем и идет по зову шлема. Поверните налево. Те-те-те-те. И вот Конан смотрит в бинокль и видит, что такой же значок стоит на одном из зданий, старом здании заброшенном. Есть такой же значок, а значит, шлем создан там. И вот этот наемник, который погиб и упал на землю, раньше служил той организации. Конан решил пробраться. Но как вы думаете, зачем? Зачем хочет Конан пробраться на ту вот станцию, на тот вот корабль? Вот он идет среди киберпанк людей, всякие панки, ушлепки всякие. Идет вдруг откуда ни возьмись такой вот костюмированный персонаж с прессаком и в шлеме. Дает какому-то роботу по мозгам, чтобы пройти. За ним бежит полиция. Он улетает на одном из самолетов. На одном из машин летающих цепляется, это же киберпанк, и перепрыгивает, как на такси, как в пятом элементе, помните, на такси они ездили. Вот что-то вроде того. Киберпанк есть киберпанк, но киберпанк в Конане — это, конечно, редкость. Поэтому этот комикс я решил почитать, посмотреть, что же он там будет делать в этом будущем. А оказывается, Конан ищет только одного. Он прожил столько много лет и потерял свое полное государство, которое высохло из-за проклятий и из-за прочих событий, да. И вот эти голоса в голове Конана, вот этой бабки, которая его прокляла, которая говорит, ты будешь жить вечно, пока все не сгорит у тебя под ногами. Ты будешь жить вечно и будешь мучиться всю жизнь, раз ты убил меня, я проклинаю тебя там прочее. И Конан думает о том, чтобы с помощью этого шлема зайти вот в это гигантское здание, которое является еще и ракетой, улетающей в космос, запустить корабль и улететь. А куда, как вы думаете, куда хочет улететь Конан, который прожил хренову тучу миллион тысяч лет уже? И уже теперь уже даже не знает, чем хочет. Он хочет убрать проклятие. Он хочет улететь на солнце и сжечь себя, тем самым избавиться от проклятия. Он летит все ближе к солнцу. Шлем говорит, что ошибка, так туда нельзя лететь. Но он говорит, отключить шлем, отключает шлем и летит просто на корабле к солнцу. Проклятие начинает уходить, ведьма начинает гореть, и у Конана под ногами начинает все плавиться, реально. Конан сам начинает гореть, и корабль летит все ближе и ближе, и начинает разрушаться в огне. А Конан говорит, хром. Помолился Хрому,
Он не делал этого. Очень давно здесь написано. Когда солнце начало уничтожать корабль, Конан впервые за много лет воззвал своему богу. Ему не хотелось, чтобы этот бог, взирающий на мир с высоты своего высокогорного престола, увидел, как стихийное бедствие стерло с земли королевство Конана. Он не хотел этого, чтобы Хром видел. И он улетает на солнце, как вы поняли, и солнце сжигает весь корабль вместе с Конаном. Поэтому Конан так вот избавился от проклятия, но то богу пришлось бы задрать голову. Конан не знал, что его ждет в новом странстве. Оказалось, что Конан так был проклят, что он не мог умереть вообще. Все под ногами сгорело. Корабль сдох, планета-то не сгорела. Поэтому корабль сгорел, а Конан остался висеть на орбите. Он хотел исчезнуть, но он не смог исчезнуть из-за проклятия. Так Конан просто тупо психанул и пошел по космосу. Просто решил пойти по космосу, как... Я даже не знаю, кто, ребята, ходил по космосу. Он просто ушел, так как у него проклятие действует. Видите, когда киберпанк встречает магию, получается такие вот казусы. Конан остается, планета остается очень далеко, Конан просто уходит вообще вдаль космоса уже. Он уже не знает, как ему продолжать, что ему делать. В будущем он себя чувствует непонятно как. Его королевство погибло, у него просто другая жизнь началась. Но это другая жизнь, думаю, продлится теперь с таким вот бесконечным проклятием. Пока земля не рухнет, Конан будет жить всегда. Ну и вот эти картинки разных комиксов вы уже видели, я только что показал в конце. Вот такой вот дикий бородатый Конан с лазерным мечом. Вот такая у него судьба. Я думал, будет как-то повеселее, но все-таки как-то печально все. Хотя Конан остался бессмертный, он может теперь ходить даже по космосу, его не сожгет даже солнце. Его ничто теперь вообще не может убить после этого проклятия. Зашибись ему, кстати. Он стал просто бессмертным, бесконечным. Он стал круче, чем все герои Марвел, все герои DC одновременно взятые и брошенные на страницы комиксов. Теперь он просто Конан бессмертный. Конан, который пережил... Знаете, он пережил все, короче. Он пережил все. Вот такой комикс про будущее и Конана.